Всем, кто проснулся, доброе утро. На телеканале Видное ТВ проект «Утренняя зарядка». Я Леонид Щукин. С нами по-прежнему инструктор фитнес-центра «Прайд» Ольга. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, что вы приготовили нам на этот раз? Сегодня мы будем заниматься с вами пилатесом. Пилатесом? Какое замечательное слово. А что он означает? Это система плавных и спокойных упражнений, которые помогут вам избавиться от боли в спине и от боли в суставах. Отлично. А в чем главная особенность данного вида тренировок? Упражнения будут плавные, они помогут сделать ваше тело более функциональным, более послушным. Отлично. Ну что ж, тогда мы начинаем? Да, начинаем. Просыпайтесь вместе с нами. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нас ждет тренировка пилатес. Это система спокойных упражнений, плавных, да, то есть вы не будете напрягаться сегодня. Итак, вам понадобится гимнастический коврик. Если у вас его нет в наличии, то можно подготовить себе полотенце. Давайте устраиваться поудобнее, двигайтесь ближе к краю коврика. И найдем с вами седалищные кости. Это такое жесткое место на ягодицах. Прижмите стопы к коврику и макушкой вытянитесь вверх. Если вы наблюдаете за собой в зеркало, представьте, что вы сидите возле воображаемой стены. Итак, ладони положить чуть ниже на колени. Сделайте вдох и на выдох плавно начните скручиваться назад. Ваша спина будет похожа на букву S. На вдох, делаем вдох и на выдох вырастаем обратно вверх. Такой два цикла дыхания. Делаем вдох, на выдох скручиваемся назад. В нижней точке снова вдох. И на выдох вам нужно толкнуть макушкой потолок. Продолжаем. Выдох делаем через рот. Вдох через нос. И на выдох вырастаем наверх. Еще несколько повторений. Плавно опускаемся вниз. Это сгибание вашего позвоночника. И вытяжение макушкой толкаемся вверх. И последний раз. Выдох. В нижней точке пауза. Вдох. И выдох. Снова выталкиваем себя наверх. Будем ложиться на коврик. Устраиваемся спиной. Прижимаем пятки ближе к ягодицам. Поставьте стопы так, как вам комфортно. Расположите руки вдоль корпуса, расслабьте их, мягко, свободно лежат руки вдоль вашей спины. Итак, прижмите затылок к коврику, расположите лопатки и плечи. Делайте вдох и на выдох толкайте ногами таз наверх. Мы будем поднимать ягодицы над ковриком. В верхней точке вдох и выдох плавно опускаться вниз. Чтобы подняться вверх, вам нужно будет поработать, толкнуть ногами и поднять таз над ковриком. В верхней точке вдох. Чтобы опуститься, здесь не нужно напрягаться, просто расслабьтесь и под силой тяжести вы будете опускаться на коврик. Продолжайте еще так же. Упражнение называется «Плечевой мост». Да, делаем вдох в верхней точке и выдох, опускаемся вниз. Еще раз повторяем. Вверх, вытягиваясь за коленями вперед. Плавно опускаемся вниз. Сначала, давайте представим, что мы будем укладывать позвоночник плавно на коврик. Поднимитесь снова вверх в наш мостик. И сначала дайте себе задачу опустить лопатки. Только лопатки, потом поясницу, копчик и ягодицы в последнюю очередь. Угу. Вверх, выдох. Тянемся за коленями вперед. Делаем вдох и выдох, укладываемся вниз. Доделываем последний раз. Ягодицы нужно опускать на коврик. Сначала лопатки, поясницу и заставить двигаться позвоночник. Хорошо, переворачиваемся с вами на бок, идем дальше. Вообще наша тренировка сегодня больше направлена на подвижность позвоночника и грудной клетки. Ложимся на бок, вы можете выравнивать положение своей спины по задней линии коврика. Или представить, что вы сидите на стуле. Спина у вас прижата к спинке стула. Угу. И здесь такой прямой угол в колено для хорошей опоры. Свободная рука перед вами. И мы будем скручиваться за рукой назад. Наблюдайте за ней взглядом. И двигайтесь, насколько вам комфортно. Возвращаемся обратно. Угу. Здесь у нас ротация позвоночника. До этого мы делали его сгибание и разгибание. Здесь ротация, скручивание. И возвращаемся обратно. Что с дыханием? В положении лежа делаем вдох. На выдох начинаем двигаться за рукой. Провожаем ее взглядом. Вдох в открытом положении. И выдох, возвращаемся обратно на центр. Продолжайте.
двигаемся за рукой, провожаем ее взглядом, как будто открываем какую-то книгу, дочитываем ее до конца. Ага, за вами двигается плечо, лопатка, грудная клетка, ребра, таз. Угу. Если вам где-то некомфортно, старайтесь уменьшать амплитуду. Если вам некомфортно вообще делать, да, то есть можно пропустить это упражнение. Итак, последний раз. Остаемся в положении лежа на боку. Соберите руки в замок и уберите их за голову. Теперь у вас два локтя направлены вперед. И мы будем с вами наблюдать за верхним локтем, скручиваться назад. Но амплитуда движения будет уже не такая большая. И давайте понаблюдаем за ногами. Представьте, что ваши колени прилипли друг к другу, мы их держим крепко, и не двигается таз, да, то есть участвует в движении только позвоночник. Угу. Назад мы уходим на выдох, выдох делаем через рот, а возвращаемся на вдох, и вдох у нас будет через нос. Еще пару раз также мы с вами убрали движение внизу и оставили движение только вверху. Колени у нас прилипли друг к другу, и движение грудной клетки ваших ребер и ротация позвоночника. Это последний, доделывайте. И будем менять положение, разворачиваемся на другую сторону. Да? Вспоминаем, у нас положение стула. Да? Представляете, что вы сидите на стуле, прямой угол в колено. Можно подушку положить под голову, ну или использовать свою руку. Свободная рука перед вами. И сейчас будет большое движение с большой амплитудой. Мы провожаем движение руки взглядом. Открываем нашу грудную клетку, ротация. И на выдох возвращаемся обратно. Вспоминаете здесь дыханием. Вдох в исходном положении. Выдох, двигаемся за рукой. Вдох в открытом положении нашей воображаемой книги. И выдох, возвращаемся обратно. Вы можете делать в своем темпе, не спешить за нами. Да? И продолжайте. Проверьте, что колени перед вами под прямым углом. Да, так будет комфортней. Угу. И рука двигается по линии плечевого сустава. Не поднимайте ее вверх и не опускайте вниз. Ага. И движение с ребер обратно. Вспомните дыхание. Вдох, выдох, запускаем движение назад. Здесь наш таз может за нами перемещаться. И возвращаемся обратно. Доделываем последний раз и перейдем к следующему упражнению, где у нас ограничено движение нашего таза. Итак, приклеили мы колени, собрали стопы, руки в замок и убираем их за голову. Два локтя направлены вперед, и мы наблюдаем за верхним локтем. Наш таз прижат к воображаемой стене, и колени держать. Возвращаемся обратно на вдох в своем темпе, к темпе комфортном для вас. Выдох через рот. И возвращаемся, вдох через нос. Угу. Продолжаем двигаться. Ротация позвоночника, подвижность грудной клетки. Угу. Наблюдаем за верхним локтем, открывая ребра вверх в потолок. Давайте доделаем последний раз. Будем менять положение, менять с вами упражнение. Мы с вами садимся. Положение такой русалки. Нужно ей сделать хвостик. Одна нога перед собой, другая за вами. Две ноги похожи на прямой угол. Угу. И мы ставим ладонь на одну линию с копчиком. Проверьте, если у вас есть рядом зеркало, выстраиваем положение позвоночника. Такой длинный стержень, он у нас похож на длинный стержень внутри вас. Будем двигаться свободной рукой. Вдох делать наклон. И выдох возвращаться в исходное положение. Вдох через нос и выдох через рот. Ваша опорная рука может сгибаться, помогать вам в этом деле. Угу. Здесь свободное движение за рукой наверху и обратно. Вверх, вдох, открывая грудную клетку, ваши ребра открываются как веер. Угу, доделываем последний раз и убираем нашу рабочую руку за голову.
Снова ротация позвоночника. Да, наша задача сегодня его увеличить его мобильность. На выдох скручиваемся локтем к нашей опорной руке. Угу. И обратно возвращаемся в исходное положение. Выдох, движение к прямой руке. И обратно открыться, посмотреть на себя в зеркало, да, или наблюдайте за нами. Да, продолжаем. Ротация позвоночника плюс движение грудной клетки в центр и открыться, развернуться, вытянуться за макушкой вверх. Доделываем последний раз в эту сторону, и мы с вами поменяем положение ног. Крутитесь. Свободно лежит нога перед вами, да, ее не нужно к себе подтягивать, так как ей нравится прямой, а не острый угол в колено. Хвостик, да, из другой ноги мы себе сделали, поставили ладонь на одну линию с копчиком, мы прижаты к воображаемой стене сзади себя и двигаемся свободной рукой. Вдох и выдох, возвращаемся. Наклон позвоночника. Мы добрались до последней плоскости. Вдох через нос и выдох через рот. На вдох вы должны почувствовать, как ваша грудная клетка двигается и открывается. Опорная рука может сгибаться. Опорная рука сгибается в локте. Мы открываем ребра. Или представьте такую гармошку, которая у нас открывается на вдох и на выдох закрывается. Ага, последний раз. И убираем нашу рабочую руку за голову. За голову. И второе упражнение – это ротация. На выдох скручиваемся локтем к опорной руке. Выдох, локтем к опорной руке. Да, можно еще. И возвращаемся обратно. Здесь рука остается прямая. И работа грудной клетки вовнутрь. Угу. Возвращаемся обратно. Вдох и выдох. Снова начинаем двигаться. Не забывайте наблюдать за техникой дыхания и также за техникой выполнения упражнения. Да, прямая рука у нас опорная, да, и работает только спина. Движение плавное, спокойное, никуда не надо спешить. Даже если вам надо уже на работу, но спокойно. Мы уже с вами заканчиваем. Доделываем последний раз и выводим ноги перед собой. Устраивайтесь, как вам удобно. Макушкой тянемся вверх. Глубокий вдох, руки через сторону поднимаем. И выдох опускаем, сбросив все напряжение с вашей верхней части корпуса. Вдох и выдох. Руки перед собой. Аплодисменты вам за работу. До новых встреч, друзья.